Привет, ребята, в мире с вами Глуфери, и сегодня мы вместе с вами будем играть в танчики. Короче, Нару сейчас проходит режим «Стальной охотник», это мой самый любимый режим, и тем более он сейчас обновился. И сейчас, кстати, вообще идет какой-то турнир среди блогеров, поэтому я решил создать еще один аккаунт Нару, чтобы тут играть в этом режиме. А также я сейчас на нем прохожу небольшой путь новичка. Короче, я хочу посмотреть, за сколько я смогу прокачать первую восьмерку. Десятку это слишком много, поэтому первую восьмерку за сколько я смогу прокачать. Пока что я начал играть только вчера вечером, и за вечер я уже прокачал четверку. Я думаю, это очень круто и заслуживает вашего лайка. Также, друзья, не забывайте обязательно ставить лайки, потому что вы видите вообще, какой я тощий, какой я худощавый. Это все из-за того, что я питаюсь только вашими лайками. И мне нужно больше лайков для того, чтобы снимать еще больше крутых видео. Ну а мы вместе с вами сначала сыграем одну каточку на этом танке, а потом уже пойдем в режим «Стальной охотник». Ладно, запускаем, погнали. Посмотрите, куда мы запустились. Супер, супер. Блин, играть, конечно, против таких танков, против шестерок, но это полный капец. Я же их даже никуда не пробью. Я даже не знаю, куда в такой ситуации нужно ехать. О, вот эта ПТ-шка, кстати, прикольная. Я ее хочу прокачать. Говорят, она как Яга, только мобильная. Поворачивает быстро и ездит тоже. Смотрите, настоящие профессионалы едут тут. Вот тут и тут. Так. Едет Черчилль, да? Значит, видим, что едет Черчилль. Ага, и еще целая куча всяких чуваков. Ага, и по мне еще сейчас походу плюху. А, нет, повезло, повезло. Так, видите, тут стоит ВЗ-шка такая. Оп, и Черчилль. Оп, блин. Не пробил. Так, значит, смотрим, что еще мы можем тут поделать. Можем еще пострелять по Черчиллю. Хотя не, все, он уехал, значит, он нам не надо. Вот, я могу светить вот так ВЗ-шку, чтобы по ней стреляли. А сам могу поставить ее на каток. Ага. Не пробил. Так, там есть один Т-34, который у нас АФК. Так, еще у нас есть какой-то немец. Его можно поставить на гусеницу. Куда? КВ-шка вылезла нормально, и ВЗ-шка по мне уже стреляет, накидывает. Вот это КВ-1, конечно, вылетел прямо передо мной. Я такого не ожидал. Его можно попробовать пробить вот. А куда его пробить? Ну, на каток поставить хотя бы. Блин. Да или просто стрелять. О, все, я помог. Ой. Стоят, ждут меня. Блин. Ну, конечно, блин, запустила против шестерок. Что еще можно от них ожидать? Конечно же, ничего. Итак, раз уж на этой мелкоте у нас не получается, пойдем в «Стального охотника». Друзья, ну а пока мы сюда запускаемся, я вам напомню, точнее не напомню, а расскажу то, что скоро у нас будет мега-конкурс на настоящий BMX и настоящий самокат. Но чтобы не пропустить этот конкурс и подробности на него, обязательно переходите вот здесь вот в мой инстаграм. Итак, выбираем танки. Давайте сыграем 4 катки. И 4 на разные. Начинаем с мелкоты. Самая-самая мелкота, это, конечно же, Арлекин. Поэтому погнали на нем. Он самый маленький просто, самый мелкий, самая мелкота. Итак, вот мы с вами запустились, выбираем точку либо тут, либо город. Конечно, город. В городе мы хотя бы сможем убежать от кого-нибудь. Я знаю то, что тут появились какие-то звери. Тут есть зайчик, медведь и вроде бы волк. А, и, кстати, теперь тут обзор работает совсем по-другому. Раньше, помните, обзор работал, типа, если вы смотрите в какую-то сторону, то у вас на карте появляется отметка с этой зоной. То есть, вам показывается такая, типа, линия большая. А теперь она вроде бы работает на весь круг, на всю площадь. Оп, волк. Я вот про что и говорил, что тут появились звери. Видите, вот волк. Его можно убить. Мне его нужно убить, и тогда я с него смогу залутать ресы. Арлекин, еще один! Это плохо! А, и не смог забрать. Смогу? Да-да-да, забрал, забрал, забрал! Да, я его перестрелял. Да, я его перестрелял. Отлично. Так, все, залутались. У меня уже сразу третий уровень. Я прямо сейчас могу улучшаться. Давайте мне улучшение. Дистанция. Дальше. Максималка.
Да. А дальше? Все. Тогда используем с вами. Оп. Ага, тут зеленая, там зеленая. Отлично. Так, тут у нас арта какая-то. Арта это, по-моему, эти звери как раз-таки. Можем забрать одного зверя. Да, это зайчик. Он меня обнаружил, кстати. Магазин. Ладно, пускай зайчик убегает, пока что за ним не будем гоняться. Я сейчас тут все залутаю и только потом пойдем за ним. Я думаю, он не убежит никуда. Оп, там кто-то ходил. Вы видели, там дерево упало? Это настоящий чел. Это настоящий чел. Значит, там сейчас нужно как можно быстрее забирать зайчика, чтобы от него полутаться. Ух ты, блин. На такой скорости, конечно, ездить, это вообще капец. Ага, вон мой зайчик. Раз. Два. Не попал. Три попал. Четыре попал. Ага, хорошо. Забираем лут. Так, все. Лут забрали. На разворот идем. Сейчас заберем желтую, потом еще заберем зеленую. Блин, да куда я заезжаю? Все, нормально. Так, там еще один орликин. Это, походу, тот, которого я убил когда-то. Но он ко мне не стремится ехать. Ну, это и хорошо. Мне же меньше проблем. Точнее, ему, потому что я бы его и так убил. Ай, блин! Это я так чуть не убился! Да на нем опасно ездить на большой скорости. Мощность нужно прокачивать. Все, в следующий раз буду мощность прокачивать. Запас прочности давайте, чтобы такие пошире быть. Бачат. Ой, тут чел настоящий. Дай-ка я тебя убью. Давай, врежься, врежься. На! Зажал тебя, да? Быстрее нужно его забирать. Раз. Два. И три! Нет! Меня убили, меня просто зажали, и все подряд меня перестреляли. Кстати, тут очень много орликинов, вы заметили? Тут почти все на них гоняют. Вы скоро возродитесь. Так, скоро я возрожусь. А, я возродился с такими же улучшениями? Так тогда другое дело, тогда вообще супер. Так, там у нас кто-то ходит. Ну ладно, там мне не сильно интересно. Мне сейчас главное облутаться еще лучше. Так, сейчас я прокачаюсь, смогу прокачать башню. Так, прокачиваемся. Угу. Запас прочности. Скорость поворота давайте. Чтобы хотя бы башня у нас быстро крутилась. Плохо, что у меня пока что суперсилы никакой нету. У меня пока что только одна суперсила. Это очень мало. Угу. И меня уже даже кто-то видит. Супер. Это, походу, у меня чел настоящий светит. Нужно еще раз использовать. Ага! Они там за аирдроп файтятся. Так я могу им помочь. Давайте так и сделаем. Оп, Рейвен, а ты куда это поехал? Да опять светит, да ё-моё. Сколько меня будут еще светить? О, варяг. Ага, ага, не пробил, да? Дайте эту накину. Оп. Ща, под башню накидаю. Хорошо. Забрали. Заберем сначала его. Тихо, забирай, забирай, забирай. Ага. А теперь забираем аирдроп. В соло, просто. Просто! Отсюда все уехали, все побоялись варяга. Давайте, наверное, противотанковый пулемет. Будем настреливать по людям. Да, не танка песня, согласен, полностью согласен. Не танка песня. Так, кто-то сейчас может забрать аирдроп. Ну, я ему помешаю, конечно же. Так, сколько у нас полная перезарядка боекомплекта? А то я не знаю просто. Уже забрали аирдроп, прикиньте. Ага, там кто-то файтился, и кто-то выпустил этот шарик. Угу, кто-то тут до сих пор есть. Ладно, погнали в зону. Да, поехали тебе просто в зону, потому что тут как-то стрёмно пока что. Просто в самый-самый центр поедем, чтобы потом не убегать от зоны. Поедем прямо сейчас.
блин, конечно, плохой. Я сетапчик собрал. Такой себе. Не сильно мне нравится. Можно было собрать и получше. Так, нужно снаряды и восстановление. Так, мне бы суперсил всяких крутых. Чтобы я мог без остановки прям накидывать. Оп. Опа, 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 опа. Сзади кто-то по мне стреляет. Ага, Рейвен, хорошо, гудбай. Пока-пока. Ну, давай, ты по мне... Ты по мне не настреляешься, хотела сказать. Давай, снова в порядке. Да едь ты отсюда. Так я его могу забрать. Вообще без проблем. Не, лучше уберу. Вот сюда поставлю. Не-не-не-не, не стреляйте, не стреляйте, не стреляйте. Расстреляли меня. Эх. Тут очень-очень много ЛТшек именно на Орликинах. Вот, Орликин и Рейвен этот. Блин, ну Орликин нормально так ему накидывает. А что это у него за пушка такая? Как ее получить? Ладно, окей, выходим. Выходим, покидаем и запускаемся на следующем танке, на следующей ЛТшке. Итак, теперь запускаемся на вот этой вот ЛТшечке. Японской. Японском Т-34. Насколько я знаю, на нем есть фугасница. А как ее прокачать, я забыл. Как это посмотреть? Нам нужно прокачать в запасе прочности именно башню. Только башню. Блин, сейчас я вспомню, что я прокачивал. Сейчас, подождите. Вроде бы. Нужно прокачивать сначала не максимальную скорость, а мощность. А потом ставить не запас прочности, а наоборот, скорость поворота. Ну вот. Вот тут мобильность ставить. Да, вот тут мобильность. Так, дистанцию покрытия, конечно же. Исследуем. Ага, тут уже есть чел, а у меня нет суперсил. Значит, валим. Сейчас прокачаем мощность, конечно же, нам мощность нужна. Потому что с мощностью он и так становится быстрее. Просто, знаете, со скоростью он не может набрать эту скорость, потому что у него мало мощности. А с мощностью у него прибавляется скорость, и уже эту скорость он может набрать 100%, потому что у него много мощности. Ну, блин. Короче, сейчас все увидите. Смотрите. Оп. Видите? При динамике, при мощности, мощность возрастает, и максимальная скорость тоже. И то есть он эту скорость получит 100%, то есть потому что у него мощности много, чтобы это все разогнать. Ну, короче, вот, видите? Вот, сейчас я уже еду на максималке, а если бы я прокачал максимальную скорость, я бы в жизни на ней не ехал, потому что там маленькая мощность, она бы просто не подтянула мой танк. Так, смотрим, что у нас тут. У нас тут... полный трэш. У нас тут мега-мега файт среди людей. Ага, так потому что там падает аирдроп. А, вот чел. Его можно так забрать. Хорошо. Лутаем сначала это, потом чела. Угу. Так, скорость перезарядки, конечно же. На этот танк нужна скорость перезарядки. Так, давайте, наверное... убьем тех челов, которые там остались. И заберем у них аирдроп. Да-да-да. Они там уже перестрелялись. Они вдвоем умерли. Чего? Варяг уничтожил Хурагана, а Хураган варяга. А, так все, отлично, я сейчас в соло заберу. И тут никого нету. Супер! Просто челы сами себя поубивали. Там еще два лута с тех челов! Точно! Они ж друг друга убили и не залутались. Ага! Куда? Куда? Не-не-не-не! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! А-а, давай-давай-давай! Куда? Куда? А вот куда ты? А? Пожалуйста! Просто! Как же мне повезло! Тут мобильность ставим. То, что я его смог перестрелять. А, мой танчик еще, кстати, сломался тот. Маленький.
Ладно, давайте похилимся до конца. Посмотрим, что тут есть интересного. Там челы какие-то файтятся, можно им помочь, в принципе. Я с тобой в тьме. А теперь берем вот так. Хлоп! Ага, в тьме, конечно. Да. Я с тобой в тьме. Конечно же, я в тьме с тобой. Ты что? Ага, давай, варяг. Теперь с тобой будем расправляться. Дай-ка. Нужно развернуться. Запас прочности. Смотрите, как нужно. Так вот, оп, 5, и хлоп. И все, и его сейчас съедят. Все, супер. Так, чинимся. И хлоп. Все, просто. Вы понимаете просто, насколько я киберспортсмен? Я его причем убил в тот момент, когда уже возрождение закрылось. То есть он уже не сможет возродиться. Вот и все. Просто, если человек умеет играть, то он крутой. Это про меня. Так, а в следующий раз поставим фугасницу. Нет, а что мы вообще там сможем прокачать? Давайте исследуем, чтобы тут никого не было. Что мы вообще сможем прокачать? Мы можем прокачать либо скорость перезарядки, либо осколочно-фугасная. А сколько он перезаряжается? Примерно 10 секунд. Блин, ну долговато, конечно. Но зато если попадут, он на 800 урона. А если еще с этой жгучкой, то это вообще, это погибель сразу, моментальная. Давайте еще раз исследуем. Ага, тут у нас где-то ползает заяц какой-то. Наверное. О, не, медведь. Ну вот давайте медведя заберем. Тихо, не стреляй ты так. Больно же. Не хочу на него тратить суперсилу. Я его сейчас лучше буду долго убивать, но зато потом смогу похилиться. Чем сейчас тратить суперсилу на него. На медведя всего лишь. Так. Хорошо, сразу же хилимся. Супер. И осколочно-фугасный. Хлоп. Все. Вот это пушка. Пукалка. А, на 8 секунд перезаряжается. Так, в принципе, не так уж то и много. Так, пока тут никого нету, можно съездить залутать все вот эти штучки. Но этот танк мне уже нравится побольше. Он такой поинтереснее. Так, кто-то там файтился. Чекаем. Ага, 2 чела. Ясно. Значит, мне нужно быстрее забирать аэрдоп, пока они к нему не приехали. Отлично. Они тут еще? Да, они вдвоем файтятся. Нужно помочь им перефайтиться. Я им сейчас своего робота запущу туда. Смотрите. А именно вот так. Так вот. Ое! А как мне их пробить тогда? А, у меня еще есть обычные патроны. Так вот, следующий будет обычный, пускай. По кому тут можно пробить? По тебе? Не пробил. О, сейчас убью его. И Тому сейчас тоже. Смотрите, сейчас я ему кислоту закину, чтобы их двоих сразу. Супер. Оп! Нет. Тех челов мне не обязательно лутать, потому что я и так уже на фул прокачанный. И оп. Сразу же эту и радар. Так, кто-то там залутал, хорошо. Пускай лутает. Если там ЛТшка, его потом можно будет забрать фугасницей. С фугасом. Хураган. Ну ладно. С фугасницей не получится. Так, они там ведут перестрелку, да? Ага, вон он стоит. Пятерку. Кислоту и... Хлоп! Чего? Ну, супер, конечно, да?
Так, они там вдвоем файтятся, нужно их сзади поджимать. Сзади нужно поджимать. Срочно. Файтильщики. Так, сейчас первое дело запускаю робота, потому что мне уже нечего терять. Сейчас это. И робота к нему туда. Вот сюда. Угу. Супер. Кислота. Да, его съела кислота. А теперь... Опа! Хорошо, вот это я попал, да? Как не попал? Не попал? Ё-моё. Давай, давай, давай. Едь, едь, едь. Я тебя сейчас кислотой убью. Да как не попал? Да как? Нет, 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 пожалуйста, нет. Убил! Я успел убить чела, пока я ехал в зоне. Я его убил прямо перед перезарядкой магазина Ивонова. А потом за мной этот чувачок ехал, ежик. Просто супер. А все почему? Потому что я крутой чувак. Стальной охотник, первый этап пройден. Супер. 100 тысяч кредитов, 15 бонов и комбинированный опыт. Блин, супер, боевой пропуск повысился. Новые боевые задачи. Две боевые задачи выполнил в стальном охотнике. Дали 20 марок каких-то. Так, это что? А, это задание. О, в конце вообще можно получить универсальное пособие и бонов. Так, поскольку это был только второй танк, на котором я собирался играть, у нас осталось еще целых два. Это Хураган и Варяг. Так, ну давайте тогда эту катку на Хурагане попробуем. Блин, но мне просто так нравится эта кислота. Вот вы закидываете, мало того, что на 600 урона, бам! Так еще и кислота на 400, бам! И 1000 урона за один выстрел. Ну это просто капец. Кислота же примерно действует секунд 5-6, и пока действует кислота, вы уже успеваете перезарядиться, и сразу же бам! Еще на 600 урона. Итого получается, смотрите, вот вы уже сразу перезаряженный, вы сразу стреляете, и с этого момента идет отсчет вашего урона. 600 урона, потом проходит секунд 4-5, еще 400 урона от вот этой ядовитой смеси. У вас уже 1000 урона за 5 секунд. Еще 3 секунды ждете, бам, еще 600 урона. Итого за 8 секунд вы накидываете 1600 на этом танке. Это просто капец. Ну сейчас попробуем на Хурагане что-нибудь похожее сотворить. Я надеюсь, получится. Так, давайте посмотрим, что тут у него. Спас прочности. Прочность у него не сильно большая. Можно и мобильность поставить. Да, поставим мобильность. Так. А вот башню, наверное. Блин. А вот что насчет башни, не знаю. Так, справа от меня чел. Я думаю, он не поедет за моими штучками. Если поедет, я его отстреляю. Вот он прям здесь забрал. Прям только-только что. Надеюсь, он даст мне забрать. Если я не успею, то это будет очень обидно. Успел. Дистанцию сразу же. Да я знаю, не надо мне напоминать. Так. Сразу же закидываем еще. Ага, и он уже сзади стоит. Не, все, мне капец. Мне габеллы. Убил, потому что у него перезарядка быстрее. Так, у меня уже третий уровень, значит, я могу прокачать динамику. И все отлично будет. Все, теперь я могу от него убегать. Но только у того чела уже нету, чтобы от него убегать. Сейчас тут только какой-то другой чел. Надеюсь, он не сильно прокачанный. Блин, потратил на того чела суперсилу, который даже не попал. Я молодец. Блин, потому что Хардбин... Ой, вот этот Хураган, не знаю, он какой-то такой. Угу. Там чел с зайцем стреляется, не может зайца победить. Сейчас он поедет на меня, смотрите. А я на него. Бам! Не попал. Бам! Не попал. Ой, сейчас умирать буду. Бам!
Бам! Смотрите. Бамс! Бамс! Убил! Супер! Сразу же ставим хилочку и лутаемся. Потихонечку, помаленечку. Вот так вот будем прокачиваться. О, там какие-то челы забирают. Давайте, наверное, скорость перезарядки, так будет интересней. Ой, а ты куда это? Тихо. Да не убегай. Да не убегай же ты! Да я ж тебе же помогаю! Боже. Не успел его убить, не успел. Эх, не, я, кстати, мог бы вроде бы там его успеть выстрелить и убить, но что-то я начал хилиться, короче, замешкался. Просто этот танк не мой, не люблю я вот такой вот танк, который везде пробивается, короче, калечный он. Поэтому мы берем варяга, и на нем сейчас будет максимально потная катка. Вы просто не представляете, что я сейчас на нем хочу сделать. Это просто полный трэш будет, смотрите. Я вам сейчас такую прокачку, мега прокачку покажу, вы просто такую никогда не видели. Смотрите, спаунимся в городе. Просто ту тактику, которую я хочу провернуть, мир не видел. Вы просто не представляете. Угу, никого рядом нету, все хорошо. Так, там заяц, там заяц. Нужно зайцев этих убивать. Истреблять. Так, там чел. Ладно, затем зайцем не едем. Сразу же динамику. Все, динамика. Отлично, супер. Посмотрите, какие мы быстрые стали. Сразу же эту. Угу. Никого. Супер, супер, супер. Отлично. Так, смотрим. Опа! Опа! А кто это тут? А кто это? Давайте-ка убьем. Так, дистанция. О, Беовульф! Ну ты, конечно, молодец. Дай-ка я по тебе выстрелю. Оп, ой, не попал в броню. Ну это классика, конечно же. Ладно, в честь этого можно от него и уехать. Давайте так и сделаем. Ага, попробуй попади еще по мне. Я же видишь, какой быстрый, не то что ты. Бомбы, пожалуйста. Нет, не бомбы. А давай, а едь сюда, а? Угу, давай, постреляй по мне. Чё, ты меня пробить не можешь, да? Не можешь пробить, ой, бедняжка. Ой, а ты кто такой? Ты чё за чудо-юдо? Ё-моё, что тут происходит? Тихо. Ну, падлы, крысы! С двух сторон, а? Давайте, Беовульфа, ну пожалуйста. Конечно, Беовульф, блин, все из-за него. О, смотрите, тут дырка для второй пушки, но я только с одной. Вторая мне не нужна, вторая лишняя. О, вот как раз, и никого тут нету, супер. Ну, повезло. Вот только где-то что-то не летит, а, прилетел уже. Надеюсь, никто сюда не приедет. Я тихонечко залутаюсь и тихонечко уйду, да? Пожалуйста. Ну да. Уйду тихонечко. Это тот же самый Беовульф, кстати. Смотрите фокус. Оп! Оп! А-ха-ха! И что ты будешь делать? Вот и что? Вот и что? Что ты будешь делать, а? Давай, постреляй мне тут. Иди поплачь. Может, ты поплачешь еще, а? Понял, кто тут киберспорт? Не то, что ты. Запас прочности. Ой, а что это? Я сверху прокачал, блин, нужно было же снизу. Ё-моё. Не то прокачал немножко. Ну ладно, все бывает.
О, смотрите, сейчас сразу же башню. Башню качаем на бронирование. Более крутую такую. Все, теперь мы большие, неповоротные какашки. Так, ладно, сейчас попробуем вместе с вами еще больше залутаться, а потом будем убивать всяких челиков. Ого, меня это там прям там светит. Ого, вот это Арлекин, конечно, оборзел светить меня. Он опасный. Он для меня реально опасный. Он меня может просто закрутить вот так вот за раз, и все. О, зайчик. Ты где? Ты тут? Тихо, стой на месте. Да стой, стой, стой. Да не уезжай. Да ё-моё. Зайц этот взял, уехал. Ладно, ладно, я ему еще припомню. Я ему еще припомню. Он думает, я не узнаю, где он. А я знаю, я чувствую. Я вижу его насквозь. Ладно, погнали забирать всякие улучшения. Угу. Кто-то забрал желтенькую штучку. А мне она очень нужна. О, Арлекин. Неплохо. Которого я пока что еще не вижу. Это же и лучше мне. Че, он ко мне реально? Чего? Реально, что ли? Чего ты думал? А что ты думал? Что ты думал? Что я тебя просто так отпущу? Сюда подошел. Ой, боже, молодец. Просто наехал на мою же. Ой-ой-ой. Это хураган. Это хураган, на котором я только что недавно катался. Ё-моё. А как это я так? Я же сейчас проиграю. Меня еще и сзади обошли. А, он еще и лутает мою добычу. Молодец. На тебе. Все, можно убегать. Да, можно убегать, можно убегать. Пока никто не видит. И стрельнуть напоследок. Не попал. 4-4-4-4-4-4-4! Тихо, тихо, пожалуйста, нет. Арлекин, ну пожалуйста. Да пожалуйста, нет. Пожалуйста. Короче, как вы видели, в этот режим мы вместе с вами очень хорошо наигрались. Одну катку мы выиграли до конца. Одна была плюс-минус такая хорошая. Точнее, это была вот эта. А остальные две фуфло, потому что танки фуфло. Короче, самый для меня лучший танк. Это вот этот, это вот этот. И варяг. Просто два моих любимчика. Друзья, ну да, мы уже вместе с вами закончим. Не забывайте подписываться на канал, обязательно ставьте лайки. Не забывайте переходить на мой инстаграм и подписываться там, потому что там скоро будет мега-мега-мега конкурс. Ну да, мы, пожалуй, закончим. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Всем пока!